Да голос охрипший, когда прокурила, пропила всю ночь. Давай. Друзья, всех приветствую на своем новом YouTube-канале о фитнесе и здоровье. У меня к вам важный вопрос. Как давно вы что-то меняли в своей жизни? Или так и живете по устоям привычного уклада жизни? Сейчас я вам расскажу, как утренняя пробежка меняет вашу жизнь в лучшую сторону на своем личном примере. Со школьного возраста я занимаюсь бегом и делаю это регулярно. 2-3 раза в неделю начинается мое утро с любимых кроссовок, спортивного костюма и прекрасного восхода над рекой Волга. А здесь начинается уже своя магия утра. Приведу немного статистики, которая вас, возможно, заинтересует. В среднем женщина-бегун с массой 60 кг и скоростью 10 км в час тратит 620-650 килокалорий. При трехразовых тренировках в неделю она тратит 1860 килокалорий, это огромная цифра, суточная потребность взрослого человека. Увеличим период и узнаем, сколько за полгода можно потерять чистого жира. Получается цифра 44680 килокалорий. При одном грамме жира выделяется 9 килокалорий энергии. И мы узнаем, сколько теряем за полгода чистого жира. Получается примерно 5 килограмм. А всего-то нужно, единственное, выйти 3 раза в неделю на легкую часовую пробежку. И лишние килограммы жира уходят, тонус и упругость мышц и менее заметный целлюлит. Вы можете перестать беспокоиться о вкусном жирном десерте утром за чашечкой кофе или чая и прекрасно с удовольствием его скушать. Дисциплина, которую вы создаете во время пробежки, прокачивает все остальные сферы вашей жизни. Если вы спланировали и управляете своей пробежкой, так почему же вы не можете выполнить задачу, которую отложили несколько дней или недель? Обязательно задумайтесь об этом. А теперь поговорим о бонусах и плюсах пробежки. Это экономия времени. Обычная тренировка в зале занимает у вас очень много времени. На сборы, на дорогу, на душ и остальные мелкие действия. Часовая пробежка утром занимает у вас всего час, и у вас остается полноценный час на себя, на вкусный завтрак и любимых рядом. Конечно же, экономия денег. Зачем вам переплачивать на абонементы в зал и кардиодорожки, если у вас есть улица и ваши любимые кроссовки? Снимает стресс. Вы получаете колоссальное удовольствие, когда вы выходите на свежий воздух, в природу, и получаете солнечные лучи, а это вдобавок витамин D. Все проблемы, которые у вас были в голове, внезапно станут проще, а многие другие решатся сразу же. Конечно же, вы прокачиваете сердечно-сосудистую систему, укрепляете, понижаете холестерин, понижаете артериальное давление. А самое главное, это эстетичность вашего тела преображается. Появляется тонус, стройность и подтянутость. А самое главное, вы получаете колоссальное удовольствие от своего тела. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вы относитесь к утренним пробежкам. Всем всего доброго, пока!